сейчас, друзья, сейчас, 5 секунд, у меня дочь новый телефон, тут вас желала, мы с парочкой. Моделик определились, надо в корзинку накидать, пока не забыл. Впереди же главная распродажа года у нас. Там потом на распродаже определимся, что как купим. Так, корзиночку проверили, все в порядке. Папка тут, видите, тоже немножко аксессуаров накидал. Ну, папка по-скромному, но папка только и начал. Уже самое время начать набивать корзиночки, чтобы купить со скидками. Вот Realme, кстати, будет вообще огонь. 19990 вместе с купонами. О купонах. Парочку новых к выложенным ранее на вкладке сообщества я закинул внизу. В описании будут лежать рядом со ссылкой на эту самую главную распродажу. Поэтому купоны, кстати, будут работать и после распродажи, если и останутся. Поэтому пользуемся, экономим, не щелкаем. Заходим уже сейчас, набиваем корзинки, чтобы все выгодно купить потом. Ну а теперь погнали. Продолжается у нас поряд зарядок у нас продолжается на канале. И вот в коробочке ко мне приехала в последнем сборничке еще одна зарядка от компании Xiaomi. Ну, такая простенькая, однопортовая. Так будет не очень смотреться на фоне тех монстрил, которые я вам показывал в своих последних видео. Но, друзья, Xiaomi, поэтому надо посмотреть, что они тут натворили. Слушайте, простенькая-то простенькая, а посмотрите, какая она маленькая. Вау, что называется, посмотрите. А вот уже я не жалею, что я решил на нее посмотреть. Это прям супер-пупер тревел решение от нашей любимой компании. Ну, посмотри, какое. Посмотри. Опа. Не, ну она поменьше, чем обычная зарядочка. Чуть-чуть, но поменьше. При этом быстренькая, тут все у нас заклеено. Опа. Стикерочек мы сейчас аккуратненько отдерем. Вдруг она нам не понравится, мы ее обратно попробуем отправить этой. Удобная доставка от AliExpress. Стикерочек на место. И вот так у нас тут всего лишь один порт. Все, один порт быстрой зарядки. Qualcomm QuickCharge 3.0 вроде бы как. 5 вольт 2,5 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. То есть, как-то видите, даже, ну она прям такая малышка, даже поменьше, чем стандартные 5 вольт 3 ампера, которые обещают все современные зарядки. И есть ли эти 2,5 ампера, давайте будем посмотреть. О, 2 ампера 5,2 вольта выдает зарядка, прям так. Овервольтажик небольшой. Мне это, кстати, не очень нравится не всегда. Мне кажется, вот 5 вольт ровно надо, чтобы выдавало. Ну ок. 2,5 заявленных ампера, 5,2 вольта также выдает зарядка. Вот это уже прям интересно. 3 ампера, 5,2 вольта. Ап, 3,2 вольта. Что-то тут произошло. Что произошло? Походу все. 3,3 ампера и зарядка перестала работать. Вот, 3,2 ампера, 5,2 вольта. Чуть-чуть, 3,3, 5,2. А, все, вот 3,3 она как-то так не выключается, но такая, и все. 3 ампера, блин, против заявленных 5,2, прям уже при таком размере, я скажу, что считается. Следующий режимчик. Вот так сразу 9 вольт и 3 ампера тех же самых я оставил. Ну да, 7. Ну, тем не менее, она их держит, но 7 вольт. Давайте не будем измываться. Где она там, ну, 9 покажет сейчас. Да, 2,2 ампера, 9,2 вольта. 9,2, она везде выдает прям с запасом по напряжению. Ну, что-то как-то могли бы сделать, чтобы ровно выдавала. Ну, ок. Мы в конце концов смотрим и потом пользуемся. 2 ампера, 9,2 вольта. Есть такое дело. Оставляем эти самые 2 ампера. Я попробую включить режим 12 вольт. 12 вольт, 1,8 ампера и вот 11,2, правда, выдает сильные просадки. 1,5 ампера, ну вот 1,7, 12,2 вольта везде. Везде есть хороший запасик, а на 5 вольтах прям он очень хорош. Ну, окей, заявлено у нас 18 ватт, 21 ватт сейчас выдает зарядка, 1,7 ампер, 12 вольт. Вот так опять, как обычно, оставляем. Минут на 20-30, пьем кофе и смотрим на результат. Ну что, друзья, заносим зарядку в зал славы супергодных
travel решений 24 минуты прошло. 25 уже с момента теста, 1,9 вольт, 1,7 ампер, 21,1 ватт, в общем, она выдает гораздо больше, чем заявлено. Нагрелась немножечко, нагрелась до 40 градусов, совсем незначительно. Годно? Мне больше сказать нечего. На этом все, ссылка, как обычно, лежит в описании. Оставайтесь на канале, всем удачи, удачных покупок. Всем пока, до новых встреч.